Вы цените уют в своем доме? Вы хотите, чтобы всегда витала атмосфера романтики, нежности, легкости и, конечно, любви? Тогда наше специальное предложение дня – это точно решение для вас. Ну а все секреты, как повесить, как украсить свой дом, нам расскажет наш эксперт Екатерина Архипенко. У Кати уже более 10 лет опыта работы именно с дизайнами и интерьерами. Арина, ты очень правильно сказала, что с таким комплектом, это полноценный ведь комплект, мы вам не открыли еще всех секретов. Действительно, ваш дом будет наполнен Аришей любовью. Нежность будет просто витать в вашей атмосфере, атмосфере вашего дома. Ведь это розовые оттенки. Арина, но у розовых оттенков есть еще очень большие преимущества. Они очень хорошо наполняют дом теплом. Они очень хорошо визуально расширяют пространство. А пространства так часто не хватает. Вам знакома такая ситуация, что небольшая комната, мало света? Так вот же оно решение, с полноценным комплектом. Да, полноценный комплект, ведь это 4 полотна. Вы сразу получаете и фотошторы, 2 портьеры размером каждый 150 на 270. Также в комплекте уже идет фототюль с дизайном. Фототюль у нас также состоит из 2 полотен, размер каждого 290 на 270. И все это решение сегодня еще по цене специального предложения дня. 6999 рублей. Выбирая сегодня комплект штор «Китайские розы», вы получаете скидку в 1800 рублей, а также бесплатную доставку. Это отличное решение для тех, правда, Катюш, кому хочется легкости, романтики, невероятного освежения интерьера. Это настоящая красота. Ну а дизайн, он так вдохновляет. Это же сейчас пока мороз у нас, а здесь у нас уже цветут цветы, весна просто пришла. Да, Ариночка, пришла весна, и в вашем доме, знаешь, я бы даже сказала, такая ранняя весна. Именно та весна, которая входит в ваш дом и наполняет его любовью, наполняет его солнечным светом и, конечно же, дарит тепло. Но для меня, как для эксперта, конечно, очень важно, чтобы шторы подходили к любому интерьеру. Важно, чтобы каждый интерьер был украшен, ведь они абсолютно разные, да, у всех. У кого-то современный, у кого-то классический, у кого-то темные, у кого-то светлые. Но важный момент, что именно розовые цвета, именно розовый цвет, он гармонично украсит как темный интерьер, так и светлый интерьер. Как классический, так и современный. А может быть, у вас более помпезный такой интерьер, более богатый, это тоже прекрасное решение. Посмотрите, в данный момент мы видим, как преображаются интерьеры с нашим полноценным комплектом, что китайские розы. Это прекрасное решение для вашего дома, для того, чтобы визуально расширить пространство, для того, чтобы наполнить дом уютом и теплом. Да, для темных комнат, для маленьких комнат, для гостиной, для спальни, за счет того, что это полноценный комплект, у вас не возникнет проблем, в какую комнату повесить такое красивое решение. Нужно только одно – взять в руки телефон, позвонить и заказать, подарить своему дому уют, порядок, ощущение романтики каждый день вашей жизни. Для этого всегда есть бесплатный номер телефона. Но, Катюш, у меня возник вопрос. Совсем недавно моя крестная приобрела в магазине шторы, пришла домой, а оказалось, что это не готовый комплект, а просто материал. Ей пришлось нести шторы в ателье, подшивать, покупать крепления. Ну и, конечно, шторы такие влетели ей не в копеечку. Да, Арина, абсолютно верно. Буквально просто подшить шторы будет стоить 1500, не менее. А плюс еще шторная лента и так далее. Но у нас готовое решение для вашего интерьера. У нас полноценный комплект, 2 портьеры и 2 фототюли, 2 полотна. Арин, что очень важно? Важно, что действительно это на шторной ленте, не нужно будет ничего докупать, шторы к вам приходят, и сразу вы можете их повесить, ведь шторная лента это еще универсальное крепление. Вот это важно, универсальное крепление, то есть на любое окно, на любой карниз, для любой комнаты, для любого интерьера. Сегодня специальное предложение дня, это безошибочное вложение, инвестиция в свой интерьер, в свой дом. И вот, кстати, такой нежный дизайн подходит для любой комнаты. А вот моя подруга Юля разделила пространство. Катя, она выбрала такие фотошторы для однокомнатной квартиры и разделила зону детскую и зону, да, гостиной. Поэтому, мне кажется, можно становиться дизайнером с таким стильным решением, как наши китайские розы. Настоящий комплект, который позволяет без особых вложений труда изменить комнату, сделать ее легче, больше и
и светлее. Вот это я понимаю, действительно, удачное начало утреннего, удачное начало дня. А удачное начало дня, Арин, но у нас ведь сегодня станет на одну розу больше, мы ведь сегодня еще дарим подарки. Да, сегодня мы готовимся, как и всегда, к 8 марта, делая покупку в любом прямом эфире, вы можете доказать для себя со скидкой светильник Сакура по цене 799 рублей. Это уже с учетом скидки в 50%. Присоединяйтесь к нашему телеканалу, делайте покупки легко, играючи. Ведь мы сегодня заказываем такой комплект, а оплачиваем его только по факту получения. Вы ничем не рискуете, выбирая специальное предложение дня, вы еще и получаете бесплатную доставку. Поэтому все преимущества сейчас у вас в руках. И главное, Катюш, чтобы еще телефон под рукой был. Да, согласна, Арин, но я как эксперт хочу обратить внимание, посмотрите, пожалуйста, какая глубина получается у вас таким полноценным комплектом. Ведь у нас плотные портьеры, фотошторы и также фототюль. Арин, ну конечно, как эксперт я не могу не уделить внимания именно качеству, ведь я прекрасно знаю, каждой женщине это важно. Я сама женщина, и для меня важно выбирать качественные вещи. Итак, а вот теперь внимание. Полноценный комплект штор, китайская роза, созданный из 100% габардина, прослужит вам без потери качества 15 лет. 15 лет шторы будут радовать вас, они не будут выгорать, они не дадут усадки. Это действительно, ну, это новое плетение, это инновационное плетение, которое обладает повышенной прочностью. Ну что говорить, давайте проверим. Прямо сейчас в прямом эфире для вас я проведу эксперимент. А пока Катя проверяет на прочность, скажу вам, что такой комплект обойдется вам всего-навсего 38 рублей в месяц. Вы видите, какое качество, какой дизайн вы получаете для своего дома. Но, Катюша, а неужели таким шторам не страшен даже солнечный свет? Потому что вот у меня, у бабушки, всего за одно лето выгорели, так, да, выгорели шторы и потеряли свою красоту. Нет, Ариночка, им не страшен даже солнечный свет, габардин. Это поистине уникальное плетение, но изготовлен из полиэфирных волокон. За счет этого не боится прямых солнечных лучей. Шторы не будут выгорать, шторы не будут давать усадку после стирки. А вот самое интересное, дорогие женщины, стирать вы будете шторы в вашей стиральной машинке на деликатном режиме при температуре 30 градусов. А это значит, вы экономите еще в том числе и на химчистке, и денежные средства, и свое время. Специальное предложение дня – это отличная возможность сделать свой первый заказ. Ведь вы получаете сразу готовое решение. Полностью отшитое, на креплении универсальным, ничего докупать вам не придется. Китайские розы – это фотошторы и фототюль по одной цене – 6999 рублей.